Хорошо, ребята, но ненадолго. Ладно, мне еще надо на работу. О, черт, Санни Колфакс хочет не есть, а работать? Ну, я намерен вчинить вам иск за то, что вы меня сюда затащили. Такой замечательный сюрприз, а я испортил, да? Привет, Карин. С днем рождения. Здрасте. Спасибо. 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 Привет, ребята. Бабушка, с днем рождения. Как ты, симпатяшка? Сани, я ведь обыграл тебя в баскетбол вчера. Ну, теперь я буду играть с тобой в полную силу. Я играю в полную силу, а он меня обыгрывает. Потому что ты слабак. О, ну, конечно. Эй, Карин, может, надень штоп, как в старые времена? Пожалуйста. Что он имеет в виду, мам? Ничего. С днем рождения, Саня. Спасибо. Это радио с будильником. Радио с будильником, спасибо, что объяснил. Пора бежать. Еще остались заказы. Брось, оставайся, повеселимся. Нет-нет, никак. Разве что ненадолго. Ну, хорошо, ребята, давайте угощаться. Оп! Так у тебя еще не вырос зуб? Можно картофельных локонов? Ванесса? Привет, Саня. Ты официантка? А что же, Сид и его пятилетний план? Как дела? Похоже, это десятилетний план. Это тот тип со сморщенными яйцами? Да, кажется, да. Они наверняка симпатичные. Ладно. Слушай, называй их лучше не яйцами, а гениталиями, ладно? Ладно.